Нашему юношеству, которое только стоит на пороге взрослой жизни, необходимы хорошие нравственные ориентиры. И они их ищут и находят, беря пример с лучших из лучших. Особое значение имеют, конечно, встречи с людьми, которые стали настоящими героями. Есть в нашем календаре такой замечательный праздник – День Героев Отечества. В этот день ребята вспоминают наших прославленных земляков. Но общение с героями очень важно и востребовано в любой день. В Славянском сельскохозяйственном техникуме состоялась знаменательная встреча героя Советского Союза Григория Павловича Хаустова и героя России Виктора Васильевича Маркелова с волонтерами и студентами. Оба героя – военные летчики, им есть о чем рассказать юношеству. Григорий Павлович Хаустов вспомнил первых героев Советского Союза, которые были летчиками. С особым волнением он говорил о доблести наших летчиков во время освобождения Кубани в годы Великой Отечественной войны. Но среди вот военных летчиков, летчиков-истребителей, звезда номер один – это Александр Иванович Покрышкин. Ребята, настоятельно рекомендую вам. Поверьте, там не только о войне, у него есть несколько книг, но две из них я назову. Это первая «Небо войны» и вторая «Познать себя в бою». Прочтите. Герой России Виктор Васильевич Маркелов 15 лет командовал авиационным полком, и его полк всегда был в числе самых лучших. Блестящие летчики прожили большую, полную ярких событий жизнь, и им есть чем поделиться с молодежью. Герои Отечества рассказали о своей службе и сложностях боевых действий, о своих товарищах по оружию. Ребята активно задавали вопросы. Им было интересно, что повлияло на выбор профессии, какие чувства герои испытывали во время боевых вылетов. Было и много других вопросов, на которые ребята получили подробные ответы. Настоящий человек, он делает свое дело, не оглядываясь, как оно будет. Если у него есть совесть, если у него есть чувство ответственности за порученное дело, если у него есть осознание того, что не выполнив ту или другую поставленную задачу, последуют, будут совсем другие и тяжелые последствия. И вот когда человек выполняет эту задачу, не оглядываясь на то, что ему дадут какую-то коврижечку, то это и есть настоящий человек, настоящий герой. Встреча с нашими земляками произвела большое впечатление на ребят. Они увидели настоящих героев и в то же время простых и открытых людей и из первых рук получили информацию, которая для них очень важна. И такие мероприятия нужно проводить как можно чаще для того, чтобы наше поколение больше знало о нашей истории, ведь без истории нету нашего будущего. Я узнала о том, как важна каждая профессия, о том, как важна любовь к родине. Виктор Васильевич Маркелов, герой России, в ответ на мой вопрос объяснил все, как полагается, что означает звание летчик-снайпер. То, что это звание является как в спорте высшим разрядом, как мастер спорта. И мне кажется, это заслуженное звание. Сейчас для молодежи Славянского района проходит обучение волонтеров Бессмертного полка. Сегодняшняя встреча с героями нашей страны для нас, волонтеров, оказалась очень важной. Мы узнали то, что нужно брать пример с героев и нужно на них равняться. Студенты и волонтеры сфотографировались вместе с героями Отечества, и эта фотография будет напоминать им об этой памятной встрече и об этих мужественных, необыкновенных людях.